нашел покойника в огороде. Органы по упреждению свобод. Борода на шее у директора. Отказчики до удавки. Метро, давка, платформа. Растоптанный генетический мир, как тут прекрасно. Красный билборд китайских вождей. Грустит березовый лес. Я смеюсь в торговом центре. Все так понятно здесь, в толпе людей. Много вежливых, аккуратных, грустных, модных, социально активных людей. Голодный бомж пробирается через толпу. Это пловец против течения. Пленный обед. Звучит как мотив. Это плачущий в цеху убойным крик. Бомж тонет, уходит на дно воронки из тел. Так хотел, но из корпуса крига нет выхода. Нет выхода. Ну где же ты, мой Хари Кришна? На наших прилавках Блэк Вишня. Вкуса азота с гудроном. В праздник Мари Всевышний. Жертва Альтуха из Купидона. Ноги в бетоне, овцы в мясорубке. Государство из скотобойни. Убойни мясник в костюме Брионе. Крутит ручку конвейера. Даже смертью не будет спокойно. Кто защитит права покойника? Ну я все равно доволен. Капиталистический прекрасный мирок. Скелетированный труп в VR-очках. И в проводах, как в паутине муха. Виртуалочка. Но такой живой, активный в социальных сетях. Под именем грустная сука. Отметит он моя зеленая галочка. Мне бесконечно в повторе. Что же нас ждет на повороте водоворота вселенной? Сквозь дни радости, лени и длена летит бомж на обоссанной картонке. Ты нас прости, человек и бетон. Человек и бетон. Человек и бетон. Человек и бетон.